Не очень понятно. Хорошая работа. Эй, ты! Ты что, не знаешь, что покидать город запрещено? Ты из городской стражи? Точно так. Сторожу ворота, так что никого не выпущу. А почему ты не внутри тогда? Ну как же? Мне же нужно еще никого и не впускать. А что, если я вот хочу войти? Ну, тогда мы договоримся, наверное. Или ты хочешь отправиться в монастырь? А что происходит в монастыре? Ну, говорят, что там людей учат. Но все знают, на самом деле, их там околдовывают. Околдовывают? Оттуда пара парней вернулась в город. Раньше им было наплевать на закон, а теперь они каждому инквизиторскому слову следуют. Плюнь мне в глаз, если это не колдовство. Ну, может, они такие слабовольные? Все может быть. Только вот я считаю, инквизитор умеет заставлять людей подчиняться. Как попадешь в монастырь, все, ты в его руках. Как дела в городе? Раньше было не так и плохо, пока Дон Эстебан не ушел. Теперь тут правит инквизиция. Загнали всех крестьян в город и заперли ворота. Такой вот новый указ инквизитора. А всех, кто нарушает закон, комендант Карлос отправляет в монастырь. Что можешь мне рассказать про коменданта Карлоса? Он тут новый начальник. Пытается поддерживать закон и порядок со своими воинами ордена. Пытается? Ну, люди Дона им так просто не позволят тут командовать. Так ведь? Пока что все тихо. Но в любой момент все может измениться. Значит, в этом городе не одна власть? У местных жителей есть выбор. Оставаться верными Дону, нашим людям, или помогать этим чванливым свиньям с материка. Ну, конечно, можно просто не высовываться и избегать неприятностей. Неприятности людей сами находят. Как скажешь. Я тут просто приказы выполняю, приятель. Но поверь мне, не в твоих интересах сотрудничать с орденом. Нужно помогать Дону. А ты работаешь на Дона? Я? Да нет, конечно. Я служу в городской страже. Все жители должны делать то, что велит комендант Карлос. А тебе это не нравится? С воинами Ордена ни о чем не договоришься. А вот люди Дона всегда готовы к сделке. То есть их можно подкупить? Ну, называй это как хочешь. Сделка есть сделка. А главное, все довольны. Расскажи мне про Дона Эстебана. О, это отличный человек, честное слово. Большинство считает, что он сбежал от Инквизиции. Но это неправда. Нет? Нет. Он разбил лагерь на болоте, чтобы забрать себе все золото из развалин. Вот в этом золоте все и дело. Он оставил пару человек вести свой бизнес, а сам получает долю. Можешь подсказать, как мне пройти в монастырь? Видишь ту тропу, что идет вокруг скалы? Топай по ней и держись слегка правее. Поднимешься вверх по горе крепости. Спасибо. Сколько с меня за вход? 100 золотых. Только не думай, что можешь туда-обратно шляться. Раз уж вошел, то оставайся. Ты многовато золота просишь.
Ты спасибо скажи, что я в два раза больше не требую, чтоб спасти тебя от монастыря. Ну ладно, я же не мерзавец какой. Давай поторгуемся. Если у тебя нет золота, можешь вещами заплатить. Просто впусти меня. Я тебя впущу, если у тебя хватит золотишка. Займемся делом. Вот твое золото. Ну ладно, только никому не рассказывай о нашей маленькой сделке. А не то мы оба можем вмиг в монастыре оказаться. Впусти меня, а? Ну, если хочешь прямо так идти, твое дело. По крайней мере, возьми хоть карту. Удачи тебе. Она тебе понадобится. Привет тебе, фермер. И тебе привет, путник. Что ты здесь делаешь? Я ищу сливчиков. Торговец Конрад мне платит, чтобы я за его коровами приглядывал. Остальным везет меньше. Но таков закон инквизитора. Они сказали, что в городе будет безопасно. Ага, безопасно. Безопасно сдохнуть с голоду. Да, вали отсюда. Убирайся! Не пожалей монетки для бедного фермера. Нам нечего есть. Моя жена Марта больна. У тебя есть работа? Я пасу коров, но сейчас Марта нуждается во мне. У нас кончились последние деньги. Вот тебе 25 золотых монет. Спасибо, я благодарю тебя от всего сердца. Удачи. Спасибо. Могу я тебе помочь? Ты лекарь? Моя жена так больна, я опасаюсь худшего. Что с ней? У нее лихорадка. Во всем виноваты эти проклятые руины. Почему? Они поднялись из земли прямо рядом с моей чертовой фермой. На следующий день Марта подхватила эту лихорадку. И с каждым днем ей все хуже. Я не знаю, что делать. Единственная ее надежда – это мастер Белшвур. Кто такой мастер Белшвур? Это маг из монастыря. Он все время торчит в огненном храме в трущобах. Он заботится о таких бедняках, как мы. Никто больше о нас не беспокоится. Ты здесь недавно, да? Тебя Лита впустил, так? Да, я не из этих мест.
Ты нарушаешь новые законы инквизиторов, в курсе? Лучше тебе быть поосторожнее. Заговоришь не с теми людьми, попадешь в беду. У тебя проблемы с законом? Закон — это просто оправдание, чтобы держать нас в городе. Орден хочет спокойно разграбить развалины. Как только они вытащат из руин последнюю крупицу золота, они снова выпустят нас. Дон Эстебан быстро все уладит. Почему вы все здесь, в городе, а не на болоте? Просто Дон не упустит того, что ему принадлежит. Многие здесь продолжают заниматься своими делами, пока Инквизиция не уберется отсюда. И какими делами вы занимаетесь? Да всеми, которые приносят золото. Только с помощью золота мы можем бросить вызов Ордену и его воинам, не так ли? Вернуть город обратно, вот к чему все идет. Мы контролируем город, значит, контролируем и весь остров. Пока всем руководят инквизиторы, комендант Карлос. Так что смотри, не оступись, ладно? А что Орден делает с людьми Дона? Они везде мешают нам. С тех пор, как они явились сюда в этих своих белых одеяниях, ни минутки покоя у нас нет. Они только и ждут, когда мы перейдем черту, чтобы отправить нас в монастырь. Будь начеку с Себастьяном. Он всегда где-то рядом наблюдает. Расскажи мне о коменданте Карлосе. Он сторожевой пес инквизитора. Устроился в караульной будке. Он сидит там и контролирует каждого. Но скоро он допрыгается. Это только вопрос времени. Зачем ты тут стоишь? Как тебе сказать? Слежу за всем, что не следит за мной. А мне казалось, ты будешь у Сони. Там так хорошо. Стой! Я видел, как ты с Дельгадо разговаривал. Будешь это отрицать? Нет. И кто ты такой? Я Себастьян, воин Ордена Священного Огня. Внимательнее выбирай тех, с кем идешь на дело. Что ты знаешь о Дельгадо? Он один из людей Дона Эстебана. Безжалостные мерзавцы. Крадут, обманывают и вымогают деньги. Держись от них подальше. А что вы делаете с людьми Дона? Внутри города ловим их, как крыс. А снаружи инквизитор их постепенно прижимает, лишая людей золота и еды. Комендант Карлос рано или поздно избавит город от влияния Дона. Те, кто остается на болоте, постепенно вымрут. Прикончим Дельгадо, а следующим будет Дон. А почему бы вам просто не выкинуть людей Дона из города? Мы пытались. Они снова пробираются обратно. Даже не представляю, как. Так что теперь мы это используем и прикончим их на месте. А ты скорее решайся, на чьей ты стороне. Хочешь быть крысой или крысоловом? А что мне будет, если я помогу? Если хочешь отправиться в монастырь, это будет очень кстати. Наш командир оценит твою помощь. Плюс в монастыре тебя будут учить или как мага, или как воина ордена. Выбор за тобой. Ну, конечно, ты вдобавок получишь награду. И какова награда за Дельгадо? 100 золотых монет. Как я могу помочь тебе? Мне нужно знать, что планирует Дельгадо. Он осторожен. Он знает, что я иду за ним по пятам. Но он явно что-то замышляет. Раз уж ты с ним разговариваешь, то, может быть, выяснишь это для меня? И тогда мы заткнем еще одну крысиную нору. Похоже, помощь бы тебе не помешала. Не помешала бы. Я задолжал Дону кучу золота. Если я в ближайшем будущем ничего ему не отправлю, если не добуду золота, у меня у самого проблем будет выше крыши. Поможешь, и тебе кое-чего перепадет. А что ты мне дашь, если я тебе помогу? Ну, золотишко отсыплю. Да еще могу научить тебя кое-чему. Дай человеку рыбу, и он будет вонять весь день. Дай ему удочку. Ты хочешь научить меня рыбачить? В некотором роде. Золото на удочку ловить. Я могу научить тебя ремеслу карманника.
послушай умного совета. Тебе к Дону надо. Иди к нему, пока орден тебя не проглотил и не выплюнул. А чем я могу заняться? У Костера-ростовщика здесь, в трущобах, неплохой бизнес. Он наживается на фермерах и набивает свои карманы золотом. Так, и что надо делать? С тех пор, как здесь появился орден, он не платил пошлины Дону. Нанял себе телохранителей и стал платить налоги Инквизиции. А как насчет налогов Дону, а? Где наша доля? Кто-то должен принять меры, чтобы заплатили нам. Я достану тебе золото. Хорошо. Пришло время показать ему, кто главный в трущобах. Но будет нелегко. Коста сам не станет платить. Ну, по крайней мере, сейчас, когда у него есть телохранитель. Сколько должен Коста? Он доставил кучу неприятностей. Я бы сказал, что он только за это должен 300 золотых монет. Можешь взять себе половину. Как мне забрать у него золото? Меня это не волнует. Если задашь ему трепку, ты наверняка сможешь просто его отобрать. Но не убивай его. Нет смысла убивать курицу, несущую золотые яйца. Да и с Инквизицией проблем не оберешься. А преподать урок его телохранителю не помешает. Совет дашь? Если ты там сильно разойдешься, то тебе придется иметь дело с Костой и с его телохранителем одновременно. Я бы на твоем месте договаривался с каждым один на один. Попробуй задирать их поодиночке. Они начнут драку, а потом никто не станет вмешиваться. Начнешь драку, будут неприятности со стражей. Дельгадо планирует требовать денег с ростовщика Косты. И хочет, чтобы ты это сделал для него, правильно? Да. Похоже, Коста дерет по 3 шкуры с фермеров, а люди Дона хотят свою долю с этого. Да, Коста мне давно уже не нравится. Дельгадо отчаянно нуждается в золоте. Иначе его собственные подчиненные его на первом дереве вздернут. Вот этой возможности я и ждал. Поможешь мне разобраться с Дельгадо? А что мне нужно делать? Сделай вид, что работаешь на Дельгадо и получи деньги с Косты. Но принеси их мне, а не ему. Я позабочусь о том, чтобы деньги вернулись к своим прежним владельцам. А если Дельгадо не получит золото Косты? То между людьми Дона наметится раскол. Ты собираешься торчать тут вечно? Эй, ты здесь работаешь? Ну а то. Если ищешь, где вздремнуть, топай наверх. Потом заплати Косте. Заплатить потом? Это нормально? А мне почем знать? Я тут дела не веду. Я тут для защиты только. Зачем здесь нужна защита? Коста не любит неприятности. Какие такие неприятности? Гостей, которые норовят не заплатить, и тупиц, которые изображают из себя страшил. Ты на Косту работаешь? Ага, что угодно, лишь бы платили. В порту уже делать нечего, считай. Нет кораблей, нет работы. Значит, ты тут нанятый охранник? Это лучше, чем быть не нанятым вообще. Мне не помешала бы тренировка. Иди-ка сюда. Что? Ты драться со мной хочешь? Прямо здесь? Ага. Поехали. Ну, а почему бы и нет? Все равно нечем заняться. Давай покончим с этим. Полезная работа. Больно было, наверное. Неплохо. Слушай, приятель, сделай одолжение. Косте только не рассказывай, как ты дерешься.
Я так без работы вмиг останусь. Мне ни к чему ему рассказывать. Или у нас снова проблема? Нет, может быть, я работаю охранником. Но это не значит, что у меня нет мозгов. Я Коста. Добро пожаловать на мою маленькую часть острова. Если что-то понадобится, все что угодно, я могу достать, как правило. Чем торгуешь? Оружие, снадобья, драгоценности, свитки. Черт, я даже предоставлю тебе кровать, если надо. Где ты берешь свои товары? С тех пор, как поставки в город прекратились, я распродаю все, что здесь осталось. Что ты имеешь в виду? Времена тяжелые. Людям приходится искать способ продержаться. Многие готовы распрощаться со своим добром за пару монет. Ты наживаешься на чужом несчастье? Эй, никто не заставляет их продавать имущество. Если они хотят получить за свои фамильные ценности горячую еду, я всегда готов им в этом помочь. Я занимаюсь благотворительностью, как Белшвур. Без меня они бы уже спали в трущобах. Я могу заночевать где-то поблизости? Не очень удачная идея спать в одной из этих старых кроватей. Не оберешься неприятностей. У меня есть пара кроватей на верхнем этаже. Много я не беру. Всего 30 золотых монет. Здесь безопасно, тихо и вшами не обзаведешься. Займемся делом. Твой товар слишком дорог. Если у тебя нет золота, прекрати докучать мне. Не выношу попрошаек. Дельгадо ждет свое золото. Тогда ему придется ждать долго. Я не буду платить. Дельгадо это не понравится. Ты что, угрожаешь? Пожалуйста. Не заплатишь? Это твое последнее слово? С твоей стороны было не очень разумно связываться с таким человеком, как Дельгадо, понимаешь? Вскоре ты это узнаешь. Дона здесь больше нет. Это место контролирует Орден. Так что никаких платежей. И это мое последнее слово. Отлично. Тогда я возьму золото. Ну, это мы еще посмотрим. Фуллер! Я уже с ним договорился. Фуллер, бесполезный мешок с костями. Хочешь иметь дело со мной? Тебе надо, так подойди и возьми. Надеюсь, к этому ты готов. Больно было. Кто-то за это ответил. Полезная работа. Да ты всего-навсего мерзкий головорез. Пришел позлорадствовать, да? Красть золото у честного торговца, который просто старается помочь людям выжить. Я тебя предупреждал. Всем нам приходится как-то зарабатывать на хлеб, несомненно. Ну, что было, то прошло, так? Что ж, если это значит, что ты будешь тратить у меня свои деньги, тогда я к твоим услугам. Thank you.
ход деньги Косты. Отличная работа. Я проконтролирую, чтобы это золото вернулось куда ему следует. Ну, как будем действовать? Дельгадо нужно сообщить, что его дело с Костой завершено. Это создаст ему дополнительные проблемы. Хочешь, чтобы я сказал это ему? Да, и передай, что золото у Ордена. Если ему не нужны неприятности, он навсегда покинет Харбортаун. Почему он должен уйти? Инквизитор знает, чем он занят. Этого должно хватить, чтобы он сбежал. Люди Дона всегда предпочитают сбежать. Кроме того, ему придется объяснять Дону, куда делись его доходы. Беднягу Дельгадо со всех сторон обложили. У Косты нет золота, чтобы рассчитаться. Оно все у Ордена. Ты отдал золото Ордену? Тебе лучше подумать о том, чтобы обзавестись телохранителем. Что ты сейчас планируешь делать? Мне надо идти разбираться со всем этим. И можешь валить обратно в ту дыру, откуда ты выполз. Он сбежит. Я просто уверен. Отлично. Приятно, что ты выбрал правильную сторону. Ну, это казалось логичным. Хорошо. Я передам Карлосу, что ты мне помог. Вот твоя награда. Пожалуйста, осматривайся. Ты ищешь что-то особенное? Котел? Есть чугунные? Или ожерелье? Если ты голоден, у нас есть картофель. Мы его сами выращиваем. Посмотри все, что я предлагаю. У тебя очень большой выбор товаров для простого купца. Я не купец. Я фермер. Был им, пока не появились руины. Потерял ферму. Похоже, ты очередной беженец. Дам тебе хороший совет. Держись подальше от Косты. Косты? Он жулик. После того, как люди лишились всего, он пытается забрать последнее. Он вынуждает людей продавать свое имущество за бесценок, а потом перепродает его. Поможешь брату беженцу, да? Взгляни на мой товар. Это не тот хлам, что он толкает. Почему бы тебе не продавать свой товар в другом месте? Нам не разрешают. Они не пускают нас в торговые кварталы. Инквизиция толкует о законе. Держит нас здесь. А этим преступникам все позволено. У нас не хватает золота, чтобы покупать товары у купцов. Вот так белые мантии нас выживают. Многим из нас остается только уповать на Косту. Он единственный, кто покупает. Что ты можешь рассказать мне о городе? Ну, в нем три квартала. Это трущобы. Та улица ведет в порт. Дальше туда, к берегу, портовый квартал. Он тянется от маяка к складам и к тюрьме в конце причала. Богатые сволочи живут в торговом квартале. Он там, где главные ворота в город. Давай взгляну на твой товар. Расскажи мне о торговом квартале. Если ищешь товары, у тебя есть золото, там к твоим услугам много купцов на площади у главных ворот. Но сначала посмотри, что есть тут, ладно? Если беженцы не будут поддерживать друг друга, то кто тогда? Расскажи мне про порт. Говорят, что у трущоб плохая репутация. Зато там пьяные моряки, таверна и бордель. Люди не хотят больше тратить золото, как они это делали раньше. Из-за штормов моряки торчат здесь, им скучно. Но если ты ищешь развлечений, то это место для тебя. Ты увидишь там оказавшихся на мели рыбаков и рабочих возле складов. Одно из зданий было конфисковано орденом. Не имею ни малейшего представления, что они там хранят. Что-нибудь еще? Так вот. Орден захватил контору начальника порта и устроил там скотобойню. Если у тебя есть золото, можешь купить там мясо. С золотом и мясом ты обнаружишь и стражу. Расскажи мне о трущобах.
Трущобы – это все, что выше порта. Приют для несчастных, обездоленных фермеров и беженцев. Мастер Белшвур устроил бесплатную харчевню в конце дороги. Он маг из монастыря, служит ордену. Но, по крайней мере, он заботится о нас. И есть еще Флавио, торговец. У него лавка на окраине трущоб, рядом с часовней. А если хочешь пива, иди к Джошу. У него здесь небольшая таверна. Что? Что заняться нечем. Эй, погоди минутку. Не проходи мимо. Попробуй лучшую рыбу в городе. Сегодня твой счастливый день. У меня для тебя есть отличное предложение. Правда? Купи одну рыбу, вторую получишь в подарок. Две рыбы по цене одной. А звучит неплохо. Какая у тебя тут рыба есть? Все дары моря. Свежепойманная сельдь. А также камбала, такая свежая, что еще сама не знает, что уже померла. Это все? Также есть акула. Блюда из акулы могут оживить даже смертельно уставшего. Тебе бы, похоже, это не помешало. Для продавца рыбы ты слишком разговорчив. Ну, я так думаю, чем дольше я с кем-то разговариваю, тем выше шансы, что я продам ему рыбу. Не надо было мне эту рыбную лавку покупать. Я был с этой девкой. Она сказала, что любит рыбу. Тьфу, я и сам не понял, как купил это место. Я даже селедку от трески не отличу. А из-за всех этих штормов рыба почти не ловится. А почему бы тебе не продать лавку тогда? Хочешь купить? Зачем же мне рыбная лавка? Вот видишь, я тоже должен был так подумать. Но эта девица была очень милая. Показывай свою рыбу. Что? Ты правда хочешь что-то купить? Не забывай, две по цене одной. Дай мне акульего мяса. Вот тебе раз, а вот тебе два. Говорят, тут лавка меховщика продается. Не интересует? Отстань от меня. Как я могу помочь тебе? Ну, может, найдешь кого-нибудь, кто купит у меня дело? В идеале это должен быть кто-то, кто разбирается в рыбе. Сколько ты хочешь за свою лавку? Ну, если посчитать весь товар, то монет 300, скажем. Я найду тебе покупателя. Великолепно. Тебе, наверное, стоит поискать кого-нибудь, кто пьян, безумен или любит рыбу. Я запомню это. Я верю в тебя, мой друг. Вот, возьми акульего мясца в подарок. Где мне искать покупателя? Если б я знал, я б сам его нашел. Попробуй в порту или в таверне поискать. Поспрашивай рыбаков. Они-то в рыбе разбираются. Здравствуй. Здравствуй, я Финн. Нет ли у тебя случайно какой-нибудь работы? Нет. Проклятие, я прочесал здесь каждый угол. В городе полный разброд. Сейчас здесь очень много людей. И всем нужна работа. Даже Флавио не может дать мне работу. И какую работу ты ищешь? Какую угодно, любую. Что ты можешь рассказать мне о Флавио? Люди говорят, Белшвур – единственный, кто делает хоть что-то для фермеров. Но Флавио давал работу очень многим.
давал. Но все изменилось? Да. Влад опустел, и он избавился от большинства из нас. Хочешь купить рыбную лавку? Нет, спасибо, я фермер. Все, что я знаю о рыбе, уместится на одном боку шпротины. Хотя наверняка кто-нибудь в порту заинтересуется. У меня и своих хлопот хватает. Здравствуй. Чего тебе надо? Я ни в чем не виноват. А что же сразу оправдываешься? Я думал... Что ты думал? Что ты из тех, кому не нравятся чужаки вроде нас. Они нас ворами называют, а мы и не воры. Настоящие воры — это шайка Дона. А ты откуда? Да отовсюду. Я охотник. Был им, то есть, пока орден меня тут в городе не запер. Похоже, ты этим не особенно доволен. Ну, а как еще? Если они всех тут заперли, то хоть бы позаботились, а то ведут себя так, словно мы преступники какие. Орден нас здесь просто бросил. Бросил на произвол судьбы. Здесь есть воры? Ну, конечно. Крадут все, что гвоздями не прибито. Подчистили все шкуры на складе у Флавио. А что самое мерзкое, им это все с рук сходит. Нет, как же я ненавижу тут все. Скорее бы выбраться наружу. Знаешь какую-нибудь хорошую шутку? Думаешь, сейчас время для шуток? Ну, может быть. Обычно люди любят веселье. Ты слышал анекдот про Гиргера и искателя сокровищ? Да, слышал. Да светит священный огонь твой путь, чужестранец. Ты ищешь теплое место у огня или немного пищи, чтобы утолить твой голод? Мне бы немного поесть. Вот, пусть она восстановит твои силы. Спасибо. Ты маг? Да, я мастер Белшвур. Хранитель священного огня, назначенный кругом магов. Что ты делаешь в городе? Я помогаю тем, кто не в состоянии сам себе помочь. Сейчас это означает, что я даю им пищу, кров и другое, в чем они нуждаются. Почему бы тебе не помочь мне? Что такое священный огонь? В монастыре у подножия вулкана есть священное место. Это одно из последних истинных сокровищ в этом мире. Зал священного огня. Это источник нашей силы, магический колодец. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить его от приближающейся опасности. Что ты можешь делать с помощью магии? Множество вещей. Есть заклинания, наносящие раны. Заклинания, излечивающие эти раны, и те, которые способны осветить твой путь во мраке. Не владея магией, можно творить заклинания с помощью магических свитков. Однако каждый свиток можно использовать только один раз. Тогда как артефакт, наделенный магией, может служить долгие годы. Но чтобы создавать подобные предметы или использовать магию без их помощи, необходимо стать магом. Как я могу стать магом? Для этого нужно обладать сильной волей и огромным терпением. Будучи магом, ты будешь нести на своих плечах огромную ответственность. Готов ли ты к такой судьбе? Да. Быстрый ответ. Это говорит о некой самоуверенности. Но чтобы пройти обучение, тебе потребуется не скорость, но самоотверженность. Если ты покажешь свою приверженность священному огню, тогда я пойму, что ты годен к обучению. Да. Что я могу сделать для тебя? Помоги мне позаботиться о людях. Здесь есть больные и раненые. Им нужны лечебные зелья.
Я помогу тебе раздать лечебные зелья. Хорошо. Хорошо, спасибо тебе. У меня есть 7 порций готового зелья. Я дам тебе список с именами нуждающихся, которые живут в трущобах. Остаток зелья можешь забрать себе как плату за труд.